Балашихинское объединение «Криоген МАШ» в Подмосковье. Под девизом «К ленинскому юбилею с наивысшими результатами каждого трудового дня» решила работать комсомольско-молодежная бригада Ивана Рыбакова. У молодых токарей слова не расходятся с делом. Бригада лауреата государственной премии СССР Рыбакова одной из первых выполнила пятилетний план. Развернув социалистическое соревнование, трудящиеся Российской Федерации готовятся достойно встретить 26-й съезд КПСС.